Друзья, всем привет! Вы на канале интернет-магазина про игрушки. Сегодня на обзоре у нас мотоцикл Полесье. Он рассчитан на деток от 1,5 лет. Поставляется в такой красной раскраске неплохой. Он полностью пластиковый. Некоторые элементы подвески, типа вот этого, металлические. Разноширокие колеса. Сзади колесо толще, нежели спереди. Изготовляется в Беларуси. Самое основное отличие, что этот мотоцикл идет от 1,5 лет и предназначен для деток, которые в принципе не хотят кататься на толокаре, но хотят какой-то такой транспорт. Остальные производители Далони либо Орион, они идут немножко старше, от 2 лет. У них основное отличие, что в этом мотоцикле от пола до сидения 30 сантиметров, а Орион, Технок и все остальные 32, то есть от 2. Потому вот такой вариант может быть у вашего ребенка. То есть купить его можно в нашем стационарном магазине, если вы с Киева. Если не с Киева, мы можем отправить его почтой в регионы. Мы обязательно проверяем товар перед отправкой на бой, на браки, на трещины. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, обзор был полезным. Всем пока.